Приближающиеся зимние торжества – это не только новогодние гуляния, но и церковные праздники. В рамках рождественских чтений для химкинских школьников организовали походы в церкви и храмы. Накануне младшие классы посетили с экскурсией храм Блаженной Матроны Московской в Сходне. Здесь ребятам рассказали о последнем столетии в истории нашей страны и церкви. Здесь хранятся частицы мощей Матроны, а также находится писанная икона преподобной мученицы Екатерины Константиновой. И эта Екатерина Константинова, она жила неподалеку от этого храма и в 1938 году была расстреляна на Бутовском полигоне. Сердца и умы детей открыты всему новому. Именно в раннем возрасте детей нужно знакомить с верой, считают священнослужители. Та маленькая искорка, которая зажигается в их сердцах, которые еще чисты, не осквернены грехами многими, которую мы совершаем в своей жизни. На экскурсии ребята с интересом слушали притчи и библейские истории. Дети открыли для себя много нового. Я узнала, вот что обозначает вот этот символ. Он обозначает, что Бог – это и человек, и сын, и Бог. Когда я зашел в церковь, такое тепло было, так хорошо было. Мне очень понравилось. Организаторы уверены, экскурсии в храмы и общение с батюшкой обязательно принесут пользу детским умам и, главное, душам.